волнения закончились, я надеюсь, сейчас настанет самая приятная, волнующая минута награждения. Подведение итогов уже прошло, поэтому приступим. Лидия Владимировна. Нам там советы очень хорошие. Уже все спал, сказал, ждем только вас. Так, сначала разрешите нам наградить благодарственными письмами наше независимое жюри. Мы работаем с ними уже много лет и очень им благодарны, что они никогда нам не отказывают. Администрация Тарусской школы искусств выражает огромную благодарность и искреннюю признательность за профессиональную работу в составе жюри и компетентную оценку уровня подготовки учащихся. Спасибо вам за внимание, поддержку и многолетнее сотрудничество. Иван Валерьевич. Спасибо. Елена Владимировна. Федор Валентинович. Спасибо. Ну и председатель жюри Николай Евгеньевич. Так, благодарственными письмами награждаются за педагогическое мастерство, развитие изобразительного искусства, плодотворную творческую работу и профессиональную подготовку учащихся к 6-му Тарусскому конкурсу детского рисунка, посвященному 135-летию со дня рождения Ватагина «Животный мир» Жарикова Анна Владимировна. Каждый представляет школу, да? Да, это каждый. Когда нет, а я хотел прямо в школе дать, да, по книге. Когда еще заходите. Потом так мы всегда... Да, и будем. Да. Вот это про нашу школу, но тут история и про Ватагина, и вообще все такое. Катюхина Татьяна Николаевна. Спасибо вам огромное за подготовку учащихся. Иванов Александр Сергеевич. Щеголева Василина Игоревна. Ну да, 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 да. Сураева Ольга Георгиевна. Там есть по два представителя, да, от школы, насколько мы понимаем, да, чтобы всем школам хватило. Зазуля Светлана Андреевна. Спортсмену обещал другое. Карпиков Сергей Иванович, мы подойдем, давайте. Здорово. Я уже не первый даю, но пускай будет. Михненков Владимир Николаевич. Да, за него, конечно. Конечно. Это у нас Протвино. Да, вот я вот ту книжку, которую обещал, потом это вот все из картинки. Да, вы хотите театральное отделение сделать. Вот вам. Маричева Людмила Викторовна. Две книжки дали Мало Ярославцу, не поделимся. У кого Мало Ярославца две? Да, вот сейчас Полетаева Марина Степановна, Заокская, обязательно, вот дайте ей, пожалуйста. Сейчас вам еще. Это все-таки новая область подошла. Конечно. Бычкова Вера Анатольевна, вы за нее, да? Раз, тоже. Книжку одну, да? Да. На школу, пожалуйста. На школу. Каланчук Татьяна Николаевна. Нет, она уже не выдавала вам такую книжку, нет? Я в машину сейчас бегаю. Да, 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 вот видите, сейчас подождем. Не, ну сейчас я сбегаю, да, давай. Раевская Надежда Владимировна. Да, 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 хорошо. Ну, просто а я вам еще обещал, преподаватель... не дал. Нам вообще всегда каждый раз обделяют. Я в машине есть. Нас всегда обделяют. Ну и сейчас члены жюри приступят к награждению участников. Да. Это у нас мальчик. Сначала у нас идут дипломаты. А? Елена Владимировна Варенова, директор. Пусть этот конкурс для вас, ребят, станет еще одной маленькой ступенческой мастерской. Если даже в будущем не свяжете свою профессию с искусством, я думаю, что вы сохраните в душе добрые воспоминания о радости сегодняшнего творчества и вдохновения.
Диплом третьей степени награждается дипломатом. Награждается Физулаева Надежда. Ура! Вторая степень. Сигалина Ксения. Дипломант первой степени. Незнамых Никита. Я здесь еще тебе от себя такой вот. А теперь уже лауреаты пошли. Это лауреат третьей степени. Левшина Таисия. Левчишина. Подожди, еще не все. Держи. Раз. Держи. Два. И вот работа за третье место. Мы тебе ее не отдадим. Ладно будет. Ну, вставай, тебя сфотографируют. По перевернякам. Так, лауреат второй степени Гаджиева Руслана. Есть работа? Так, и вот работа, за которую ребенок хочет. Руслана. Лауреат первой степени Мартынова Анна. Возьми, поворачивайся, сейчас я вот переверни грамоту. И вот работа, за которую ребенок получил. Спасибо. Так, теперь старшие версии. Дипломант третьей степени. Комарова Карина. Дипломант третьей степени Ломоносова Виталина. Да. Дипломант второй степени Гурова Дарья. Дипломант второй степени Маргун Надежда. Дипломант первой степени от Цедрик Юлия. Ой, смотри. А работу можно от Цедрик сразу с работы? А, молчали, это дипломанты. Сейчас мы на А. Как фамилия? От Цедрик. Волк. 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 Ух, торчит. Поговорите до работы. Это тоже дипломант. Дипломант первой степени Панина Карина. Показываем. Показываем работу. Дипломант первой степени Филатова Валерия. Работа. Быстрее было бежать. Лауреат третьей степени Шалопаева Валерия. Медведи. Поворачивайся.
сейчас. И в этом году первый раз у нас есть специальный приз жюри. Жюри долго совещалось. И это, читайте, Елена Владимировна. Это приз жюри Панина и Карине. Участница 6-го Тарусского детского конкурса рисунка, посвященная 135-летию со дня рождения Василия Алексеевича Ватагина. И книга Ватагина. Вот есть. Класс. В принципе, все, что мы хотели сказать. Может быть, у вас есть какие-то вопросы, пожелания? Может, кто-то что-то скажет. Хочет сказать. Да. И торговых и детей. Автографироваться будем? Конечно, давайте все победители, все участники, вставайте, пожалуйста.